Всем привет! Сегодня мы... сегодня короткий, наверное, блог будет, скорее всего, за 2 дня снова. Будет у нас очень жуткий ветер, прям ураган до 18 метров в секунду. Очень холодно, плюс 5. Солнце, конечно, светит, но оно не греет. Отнюдь совсем не греет. Как бы уже 10 мая, скоро высаживать рассаду нужно в огород, а там холод. Мы даже до сих пор не посадили редиску. Пойдемте с вами, я покажу вам маленький цветочек петуньи, который распустился у нас ампельный. Вот такого красивого цвета у нас распустилась петунья. Это же ампельная, мам? А это белая. Но она пока еще не цветет. Про сорт, например. Какого-то ты сорта поливаешь там? У меня тут малиновый, добарел, бычье сердце. А, ну вот, в принципе. Малиновый и добарел. А вот это бычье сердце, наверное. Да? Не знаю. А это что тут за такое хилое царство? Это землица плохая была. Когда она совсем хилая. А, это желтая, да? Да. Вспомнила. Желтая и куплена неудачная земля. Да. Гибискус очередной тут растет. Тоже высаживать пора. Но на улице холодно. Яблонька распустилась, смотрите. Очень холодно. Смотрите, распустилась груша. Она распустилась полностью вся. У нас очень-очень холодно. Прям максимально холодно. Небо местами. Небо местами нет. Там вот синее немножечко вдали. В общем, очень холодно. Нехорошо, так скажем. Гибискус в турнике, поэтому, думаю, ему нормально. Всем привет! Сегодня у нас 11 мая. Сегодня у нас отвратительная, ужасная просто погода за окном. Целый день идет дождь, холодно, ветер 20 метров в секунду. Сейчас вот стих более-менее. Ужасная погода. Состояние в такую погоду. Хочется просто лежать. Это, кстати, декабрист. Аморалис. Цвел в этом году. А вот этот цветочек, я не знаю, как называется. Не помню. Но тут растет через шторку. Дифенбахий. В такую погоду хочется в основном лежать и ничего не делать. Завтра. Завтра будет день понасыщеннее, поинтересней. Пойдем с вами в поликлинику делать флюорографию. Но это проще, чем проходить врачей. В понедельник, 16-го, мы пойдем тоже в поликлинику к терапевту, но будем проходить мы лора. Для нам нужен лор. Всю ситуацию я объясню потом. Пока как-то нет настроения и желания объяснять. Но думаю, по голосу догадаетесь, по какой причине я иду к лору. Нет, горло у меня не болит, все нормально. Блог сегодня будет коротенький за этот день. Может быть, поснимаю еще какие-то интересные моменты. А так пока нечего рассказывать. Почти на зацветающих цветах буду заканчивать свой блог. Спасибо вам всем за просмотр. Желаю вам хорошего настроения и отличного дня. Пока-пока!